Одна страна, одна команда. С 9 по 11 октября Чебоксары принимают высоких гостей, спортсменов, журналистов и всех участников международного форума «Россия – спортивная держава». Первый день начнется с утренней зарядки со звездой. Затем стартуют соревнования по спортивной ходьбе. В 13:00 9 октября будет дан официальный старт Международному дню спортивной ходьбы. Более 10 тысяч человек под руководством специалистов школы Олимпийского резерва пройдут пешим маршрутом вокруг залива. На имена всех выдающихся ходоков проводится, на их призы соревнования проводятся. Все спортсмены, ведущие, уже по школам распределены. На встречах, но для себя я сделала, план запланировала с детьми самым маленьким, по садикам я сама лично хожу. В 14:00 на Красной площади начнется спортивный парад, в котором примут участие чемпионы мира и России. Туристические маршруты для гостей сформированы. Обзорная экскурсия по городу Чебоксары – один из них. Творческие коллективы готовы к встрече участников форума и проведению мероприятий. На международном форуме «Россия – спортивная держава» у всех участников должна быть единая форма. В Новочебоксарске пока приобретено более 1000 футболок, а в Чебоксарах к началу октября планируют шить спортивные костюмы. Вопрос с единой формой в ближайшее время должен быть решен, подчеркнул глава республики. Также Михаил Игнатьев поручил проверить еще раз все учреждения общепита и продовольственные магазины. В кафе и столовых непременно должен быть перечень национальных блюд, а в супермаркетах чувашская продукция и аннотация к ней. В рамках подготовки к форуму 27 сентября в Чебоксарах пройдет фестиваль Всероссийского комплекса ГТО. Участники – сотрудники предприятий и ведомств, студенты и пенсионеры. На стадионах «Энергия», «Труд» и на певческом поле пройдут спортивные соревнования между трудовыми коллективами предприятий города. В комплекс ГТО входят подтягивания, прыжки в длину, бег на 100 метров и другие упражнения. Результаты будут отмечены в индивидуальных учетных карточках. Они сейчас разрабатываются администрацией города совместно с Министерством спорта России. В них также будут прописаны нормативы по каждому упражнению. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.